Перед стартом главное не просто размяться, но и морально подготовиться. Небольшая растяжка и вперед к победе. 3, 2, 1! Это уже третий массовый пробег памяти тренера по легкой атлетике Исляма Куртсиитова. В нем участвует более 50 человек. Традиционно нужно преодолеть дистанцию в 3 километра по нескольким улицам поселка Гвардейская. Этот пробег не столько соревнование, сколько возможность выразить благодарность заслуженному тренеру, показать свои силы и выносливость на одной трассе как спортсмены, так и любители. Вместе со всеми дистанцию преодолевают внуки и племянники легендарного спортсмена. Он был добрейший души человек, но в своем деле, в спорте он был строг. Даниил Мироненко к финишу пришел первым. Заниматься у Исляма Куртсиитова ему не довелось, но о заслугах тренера слышал много. Я свою победу посвящаю полностью Куртсиитову Исляму Якубовичу. Это был очень великий человек, но он много сделал для Гвардейского. А вот любовь к спорту Марлену Асанову привил именно Ислям Куртсиитов. Он был его первым тренером, мотивировал к победам и научил мужеству и стойкости. Сейчас молодой спортсмен добился успехов на всероссийском уровне. Когда мы приходили к нему на тренировки, я всегда хотел заниматься и совершенствовать себя. И именно он этому способствовал. Каждый день он приезжал из Софиевки, допустим, даже ради одного человека он сюда приезжал и тренировался. Даже находясь на больничном, Ислям Куртсиитов уделял внимание своим воспитанникам. Он работал, чтобы привить молодому поколению любовь к здоровому образу жизни, спорту, развить волю и выносливость. Тренер подготовил целую плеяду успешных легкоатлетов. Нет слова «не хочу», есть слово «не могу». И кроме каких-то очень крайних сложных ситуаций, когда имеет место быть болезнь или какие-то другие критические ситуации, человек всегда может себя пересилить, собрать свою волю, дисциплину и все это преодолеть. И в течение всей своей жизни до последнего дня он был ярким примером вот этих своих слов. Ежегодно забег устраивают накануне дня рождения тренера. 20 ноября Исляму Куртсиитову исполнился бы 71 год. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет».